решение международного жюри конкурса, специального приза «Лира» и диплома обладателя Гран-при 25-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» удостаивается Алексей Гросс, Беларусь. И очень теплые. Я счастлив. И я уверен, наша вся команда, она счастлива. Сложнее всего было исполнять песню Пети Елфимова «Я хочу». Особенно в конкурсный день я очень волновался, дабы окунуться в это состояние. Дабы не было контроля над голосом, да? А чтобы ощутить вот эти вот эмоции. И у меня получилось. Касается основной награды, какая-то, конечно, возникла интрига, но хочу сказать сразу, что жюри единогласно определилось, что должен быть вручен именно Гран-при. А для себя я назвал Гросс-при, что, на мой взгляд, тоже соответствует и по смыслу, и по форме этому призу. Началом большой и блистательной карьеры. Со мной! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.